Владимир Путин поручил с 2019 года ввести постоянный механизм переселения из ветхого и аварийного жилья. При этом на переходный период должно быть продлено действие фонда ЖКХ. Участие в обсуждении принял и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Владимир Путин акцентировал внимание на улучшение работы многофункциональных центров и на реализацию программы по переселению людей из аварийного жилья. Прошу взять на себя персональную ответственность, уважаемые коллеги, за ситуацию. Не посылать объясняться подчиненных, а самим прийти к людям и четко сказать, когда они смогут переехать в новое жилье. Одновременно хочу предостеречь тех, кто в погоне за соблюдением сроков пытается навязывать людям дома, где крыши текут, штукатурка осыпается. Хочу повторить, важны не только сроки, но и качество жилья. Также прошу детально разобраться с теми случаями, когда люди по формальным, зачастую надуманным причинам не были включены в программу переселения. В Краснодарском крае за 4 года расселено 108 аварийных многоквартирных домов. Это почти 3500 человек. Также продолжается строительство нового жилья, куда должны будут переехать люди.